телепортнулся, и все оборвалось. В общем, продолжаем. Я хочу сейчас пока все здесь крафтится. Скрафтить здесь радиоскоп. А, он у меня уже есть. Вот возьмем этот радиоскоп и скрафтим. Так, как он там назывался? Вот эта хрень. Плутония. Куча у нас плутония. Давайте мы сейчас скрафтим. Ну, как раз одну штучку получится. Даже достаточно будет. И поставим здесь внизу, чтобы нормально здесь работало все. Отключается, включается. Это не дело. Поставим здесь источник энергии. По идее, этого должно хватить. Я надеюсь. Нет, не хватает. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Я не, главное, не пойму, почему отключается и выключается. Вот в чем дело. Не должно быть такого. Поскольку здесь сеть не такая нагруженная, чтобы... А, здесь уже прилично ее утратится, да? А это уже не справляется. Странно, странно. А знаете, что я сделаю сейчас? Вот это сниму я. Еще немножко сюда ниже. Так, и мне нужен энер. А нет, что ли? Есть. Вот давайте возьмем какой-нибудь потолще. Кто у нас тут на миллион? Так, снизу настроим, чтобы принимала. Все, а наверх, чтобы отдавало. По идее, должно работать. Все. Столько нам не надо, чтобы ты отдавал, друг мой. Так. Думаю, там 200 будет достаточно. Давайте мы переключим здесь на... Вот, Buildcraft. 10 джоулей надо. Так, этого много. По-моему, стоит как раз 10. А, чуть-чуть не хватает, поскольку здесь убавляется. Давайте еще. Все. Теперь должно все работать отлично. А, вот тут есть косячок, по-моему, да? Да. А, и надо еще кабель. Нет, комбо. И здесь выход на лицо стороне. Так. Все. Красота. Ну, здесь вот, как я с этой сети забираю, в общем, все виды ресурсов. Маленькая комната. Мы, по-моему, я показывал, как мы это делали, все. Ничего сложного здесь нет. А что здесь самые диски стоят? На 65. Да, конечно, я поставил вот здесь одно, я заберу. Сколько у меня с кварцем вообще беда. Ну, вроде все четко стало, все нормально. Так, ну что, мы там остановились на том, что мы делали там. Давайте я посмотрю, что у нас там с танком. Так, все. А давайте я сейчас посмотрю, где там у нас делался этот чип. Почти сделалось. Давайте посмотрим, как здесь успехи. Здесь тоже почти сделалось. Значит, микросхему только ждем. Давайте я здесь ее заберу. Сколько? Это может достаточно. Там уже все. А здесь микросхема делалась. Ну, все нормально вроде. Давайте еще проверю, как здесь успехи. Такс.
Койл тоже у нас. Теперь давайте посмотрим. Нет, не здесь. Давайте вот тут глянем. Скрасилось. Нет, по-моему, все скрасилось. Танк. Давайте берем танк. И установим намет. Вот, потому что все сделали. Так, не нужно будет еще. Потом карту поставить туда. Давайте одну штучку я закажу. Теперь ставим сюда. Мне нужен монитор. Красного здесь достаточно много. Так, главное сейчас не разбить это. Так, давайте я посмотрю, что у нас еще есть там. Какие жидкости. Вот эти жидкости потом нужно выгружать тоже. То есть надо будет еще два танка подгрузить, это сделать и выгружать вот эти. А, у нас еще гелий будет там. Тритий, дейтериум, литиум. О, жидкости еще дофига же. Так, давайте делаем так. Все заполняется. И пневматически. И труба. Ставим сюда. Ставим апгрейд. А, он автоматически уже дает, что ли, я не понял. А, он там другую жидкость стоит. Так, не-не-не-не. Здесь мы тебя, друг мой. Так. А теперь мы тебя сейчас сломаем. Надо настроить. Лучше все настраивать здесь. Теперь ставим мед. Так, почему здесь криозот был? А, я походу сделал прием стоял. Теперь мы здесь сделаем игнор. Так, и так игнор стоит. Со стороны, почему постоянно стоит этот мод. Все. Пока здесь не будем проводку делать. Так сказать, пока здесь нет ничего. Теперь надо сходить в первый дом и закинуть туда ресурсы. Придется в двух частях сразу выкладывать видео. Так, полетели мы. Так, здесь посмотрим, загрузился или нет. Нет. Давайте посмотрим, в чем проблема. А я там, наверное, не поставил, чтобы отправляло, да? Да. Давайте еще раз сходим. Так. Да вроде я оставил же. А, я же режим там отключил. Так. Здесь. Игнор. Все. Так, все, теперь нужно это сделать. Давайте контакт. А, нам еще нужно. Так. Нам нужно будет еще очень много этих домиков. Опа-па. Так, давайте я все-таки посмотрю, там точно это надо было или нет. А, там... Нам Алвиари надо. Или как он там назывался? Вот этот блок нам нужен будет. Да, все-таки вот эту часть нам нужно будет делать.
Давайте я сейчас туда закину сюда еще много всякой хрени. А, знаете, что сейчас сделаю? Просто поменяю пока на время рецепт здесь, который доски здесь делает на время. Нам здесь не очень много и надо вот. Тут рецепт поставим. И пусть делается здесь. Вот эти штучки нам нужно будет. Штук 500. Так. И здесь надо рецепт собрать еще. Так, давайте мы это все. А, нам еще полублоки нужны будут сейчас. Давайте мы сделаем полублоки. Такие вот полублоки. Так, давай еще два стака. Так, давайте вспомним теперь рецепт. Сюда, так. Так, вообще вот здесь можешь посмотреть. Этот рецепт нам нужен. А, здесь полублоки не нужны. Все, я понял. Был не прав. Полублоки на сами эти надо. Возьмем пока, чтобы на стак хватило. Там как раз стака нужен для того, чтобы одна панелька получилась. Ну, то есть одно, чтобы пасеку собрать, нужно будет это стак. Вот, этого всего. Так, что там? Вакс и... Так, тебя возьмем, три стака. Джелли. Так, молочи-то. И нам нужен будет еще полон. По стаку пока закинем, чтобы здесь все это было. Так, у тебя два стака, еще один стак, да? Так, верни мне эту шнегу. Так, давайте. Чтобы ровно на стак хватило. Все. Собственно, здесь у нас все. Здесь можно закрывать. Пусть делается. Как стак замутится, заберем. Так, следующим шагом у нас будет посмотреть, как у нас угля не хватает. Что у меня? А, не тут. Не то смотрел. У нас есть немножко вот угля. Вручную здесь сейчас закинем. Так, и тин. Делаем. Здесь куча всего копится. Вот. Сделаем, закинем, чтобы машина сразу могла это все обработать. Так, теперь что у нас здесь? Берили делается. Так, эндер тоже я могу закинуть, в принципе, вручную. Что там? Каком лучше всего там размывать? Пофиг, по-моему. А, так, давайте только айдишники, чтобы совпадали. Да, я думаю, вот тут мы его сейчас закинем, ведь машина постоянно свободная стоит. Так. И сюда закинем, пусть жидкость будет у меня здесь, чтобы сырак делать. Так, все это нам больше не нужно. Сходил я там, убил Гаусса. Прикольный там босс. Нужно ловушку его загонять. Мне очень понравилось, как они сделали. Давайте сходим. Сюда. Я думаю, даже не успеем собрать, блин. Давайте пока, может, энергия, это фьюжн. Другие части попробуем собрать. Так, давайте посмотрим, сколько у нас здесь чего есть. Так, тебя две штучки. Так, это что у нас? Это на выход. Так, так, одна штучка нужна. А, сразу скрафтился, отлично. Материал. Две штучки надо. И энергии. Четыре штучки. Это мы самые маленькие пока
самую маленькую. И от него уже буду танцевать. Так, что у нас здесь? Компьютерный куб. Что, я рецепт разве не указывал? Нет. Давайте сходим, сделаем рецепт. Почему-то в дверях постоянно застревает, нужно широкие двери делать. Так. Что мне сейчас надо? Сделать рецепт на куб. Ох, нифига себе рецепт. Офигенти. Так, сюда поставим. Рубин везде нужен, которого нифига нет. Чуть-чуть не сорвался. Так, здесь куча рубинов, значит, еще серию точно будет записываться. Так, здесь у нас что? Железо делается. Так, давайте пока еще раз посмотрим, что там хотел смотреть еще. Что скрафтилось. Так, все сделается. Здесь не сделается, поскольку нету рубина. И вот эта часть делается, да? Хорошо. Давайте пока я схожу сюда. А, сейчас здесь не могу собрать, поскольку машина еще не собрана. Ой. Давайте поставим пока вот это готово сюда. Что-то у нас... Так, материал инжектор. Как экстрактор-то куда забирать? Сюда. А, хотя, наверное, сзади буду забирать. Давайте я сзади подключу его. Опа! Вот это лак. А, кап идет. Так. И поставим сюда. Так. Сюда. Инжектор это В. Экстрактор из. Ну, все правильно. Сюда еще один инжектор. А спереди вот сюда компьютер поставим. Ау, застрял. Все, тут компьютер поставим. Значит, здесь можно закрыть. Так. А, здесь открыто. Ну, собственно, да. Как-то так. Давайте посмотрим, что у нас. Может, скрафтилось уж. Вот, что-то еще скрафтилось. Так, инжектор. Для 3D. Так, все, собственно. Получается. Ну да. Осталось только компьютер поставить и доставить койлы и инжектор энергии поставить. Собственно, и будет на этом все. В принципе, я здесь могу закрыть, поскольку мы сейчас не все будем использовать. Только передние. Ну, поскольку сначала придется делать немножко жидкости. Энергию делать, а потом уже можно будет подключить, скажем, здесь еще одну, а здесь и там делать уже иридия. Так, здесь мы оставляем. Так, вот тут можем закрыть, в принципе. Нам сзади не надо. Можем с одной стороны все это сделать. Собственно, все. Осталось
пацаны пока докрафтятся. Идет еще, наверное, час. Поэтому я здесь буду закругляться, и завтра мы продолжим. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Элизиум. Всем пока.